Битва с боссом. Давай, иди сюда, боссик. Нужен комбайн, ребята. Что делать? Уезжать от него? Его надо сбивать там. На, я скинул какую-то бомбочку, не знаю, насколько она... Давай. Комбайн, отвали от меня. На тебе еще бомбочку, комбайн. И еще одну. Две бомбочки на него кинул. Всем привет, ребятки, с вами Никитова Геймс, и мы продолжаем играть в Хищные Машинки, в самую первую часть. Кстати, она мне очень нравится, намного интереснее, чем вторая. Так, мы здесь остановились на пятом уровне, который не смогли пройти. Но прежде, если мы сейчас это сделаем, давай немножко все-таки прокачаемся. У нас 2700 рубинов есть, ребята. Зайдем в нашу супер-мега-мастерскую и посмотрим, что мы здесь можем купить. Можем купить устройства, как вы видите, да, какие-то. Но я подумал, что, может, пока нам тут магниты не надо. Думал сначала на магнит собирать. Или на таран. Ладно, давайте таран активируем. Он уже в следующем выпуске у нас появится, да? А дальше будем улучшения постепенно какие-то делать. Так, таран. Таранчик, на самом деле, давайте его создадим. Как вы видите, он 30 минут будет аж делаться. Поэтому в этом выпуске мы еще им не воспользуемся. А перейдем к улучшению, и за 1300, наверное, еще броняки улучшим, да? Больше. Давайте купим бронюку. Что, броня есть? О, еще у нас есть 400, можем купить движок, да? Увеличивать скорость, давайте еще движок купим. Все, немножечко прокачали нашего битика. И теперь, ребята, попробуем все-таки выполнить пятый уровень. Поехали. Ух ты, какой комбайн. Не знаю. Будет у нас он или не будет, наверное, не будет нам никакие тут комбайны даваться, да, ребята? Поэтому просто проходим чистенько уровень. Взяли бомбочку, отлично. Ну что, как машина стала? Где? Так, скидываем бомбочку. На, получай бомбочку. Ну что, нитро вообще дохлая. Было бы классно ей нитро прокачивать. На, бомбочку тебе. Так, уезжай, уезжай, уезжай. Отлично, фу, заехал. Вот и подарочек первый. Отлично, подарочек взяли. Что? Ух ты, какой-то, смотрите, новая какая-то машинка, а? Фу. Ой, она меня кусает сзади, я ничего не могу сделать ей. На, бомбочку зря выкинул на нее. Сколько нам там еще осталось ехать? Долго. Давай, давай, бомбочку. Отлично, взяли бомбочку. Подарок, бомбочку, все побрали. Что? Давайте, подходите ко мне, у меня есть бомбочки. Одна, вторая. Все, заморозочку еще взял. Хорошо. О, рубинчики, подарочек. Все, отлично, ребята, этот уровень мы прошли, походу. Так, отходите от меня. Сматываюсь, я сматываюсь на турбе. Фу, ребята, реально. Еле прошли. Еле прошли, так что? Крутим наш спин удачи. Ну хоть какая-нибудь, чтоб 1000 выпала, да? Стоп, 1000, пожалуйста, 1000. Что? Что это за жизняка? А, к жизни при 100%, как наша броня, да, я так понимаю. Дмитрий при 100%, дайте мне 1000. 1050, ай. Так, ну что, идем в гараж, у нас есть 885 этих рубинов. Поэтому мы можем купить опять движок. И давайте колесо купим. Улучшает сцепление здоровое. Все, купили колесико. Есть 785. Не, больше ничего не купим. Лучше в следующий раз какой-нибудь нитро купим. Ну что, идем на следующий уровень. У нас уровень под номером 6, ребята. Поехали. Танкоминатор. Круто. О, а видите, нам дали... Благодаря спину плюс 100% к нитро и плюс 100% к броне. Посмотрим, насколько это правда и кажется. Ой-ой-ой-ой, что-то я упал. Отказало управление и подарочек пролетел. Блин, обидно. Очень обидно, ребята. На тебе бомбочку и отстань от меня. Что, идем дальше тогда. Кто следующий? Опять это какая-то машина. Не помню. О-о-о-о-о-о. Нате вам бомбы. Не знаю, никому ничего не отнял. Нате вам две бомбы. Надо было одну сбросить, ну ладно. И две, хорошо.
Опять это машина мощная, это вот эта машина действительно мощная. Блин, куда я бомбу скинул? Эбрис бомбочку. Уезжай, не давай ему меня обогнать. Фу, хоть подарочек взял. Надо быстрее брать молнию, давай мочи их. Ребята, у меня осталось... А, у меня 100% жизняки. Поэтому, в принципе, по второму кругу идет она. Что? На тебе бомбочку. Давай подарочек, хорошо. Жалко, что один упустили в самом начале по моей вине. По моей оплошности. Все. В принципе, доехали бы и на одном. На одной жизняке. Что, вроде наш спинчик. Давай нам спин что-нибудь. Да опять-таки 100% нитром. Мне это не надо, мне дай 1000. А почему 50? Что за развод? Какая-то полностью разводная схема. 1400 рубинчиков. Так. Что же мы прокачаем? Что нам не... Так, в улучшениях. 1400. А если бомбочка? Если бомбочка увеличивает зону поражения. Да, ну давайте нитро. О, какая у нас, смотрите, какая ракетка сзади уже появилась, да? Поехали на следующий уровень. Следующий уровень у нас под номером 7. 7 уровень. Кто тут, интересно, нас будет атаковать? Да, нитро берем. И едем сражаться с этими машинками. Вернее, их кушать. Нет, я их не кушаю, это они меня кушают. Хотя почему игра называется «Хищные машинки», да? Кушают они меня вот во второй части, в третьей мы уже поедаем их, да? Своим капотом. У нас уже превращается в рот. А сейчас пока только нас сзади пытаются кушать. Ой-ой-ой-ой. Что они творят? Хотят меня атаковать. Кушать. Так, переходим на второй этаж. Собираем немножко рубинчиков. Надо рубинчиков побольше собирать. Почему я отказался от этого магнита? Потому что, смотрите, рубинов-то особо немного. Я их, в принципе, и так все собираю. Смотрите, я все собрал рубины. Сейчас все собрал. То есть, магнит мне особо ничем не поможет. А 4000 как-то так стоит. Вот, смотрите, я ни одного рубина не пропускаю. Особо второй, третий, сейчас как там, кстати, рубинов просто очень много. И поэтому, естественно, все не соберешь. А тут без проблем мы собираем все рубинчики. Поэтому магнит пока не надо. Может потом? В следующих? Давай заезжай в следующих уровнях. Там рубинов станет побольше. Но пока их немного. Что есть, доехали. Еще две бумажки в запасе, ребята, было. Хорошо. Уровни такие. Не сильно сложные. Если бы мы 1000 сейчас выбили. А что ты этих 50 мне суешь, спин? Что ты за лохотрон такой? О, 100, это уже прогресс. Ну хотя бы 500. Давай хотя бы 500-очку. 100. Ладно. Идем в гараж тогда. Тогда в гараже сейчас немного что-то прокачаем. По улучшениям мы возьмем колесо. Движок. Давайте движок. Давай движок, тогда будет скорость больше, можно будет легче. Попрыгивать куда-нибудь. Ну что, следующий уровень, ребята, у нас. Это уровень под номером 8. Есть, ребята, 8 уровень. Так, мы ничего не выиграли с вами. Никаких жизняк, никаких ускорений, поэтому идем так. О, сразу кто-то зубастик на меня нападает. Так, все, собираем. На тебе бомбу, куда я бомбу слил? Езжайте, вон, на тебе бомбочку сразу. Еще один сзади. Подарок взял. Этот подарок мне, по сути, особо много и не принесет. На тебе. Так, пробирайся сквозь эти ящики, коробки. Виклик, давай. Уходи от них. К подарочку прямо идем. На тебе бомбочку. И тебе на бомбочку. Зря бомбочку истратил. Ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Тихонечко заезжаем. На тебе бомбу. Больше бомб нет, ребята. Больше нету бомб. Пожалуйста, молнию. Фу, разуха взял какую-то. Ой-ой-ой, ребята, у меня жизняки вообще ноль. Все, наверное.
можно попрощаться. На тебе. Фу. А если сейчас газануть быстро? Фу, успел доехать, ребята, у меня жизни ноль было, абсолютно ноль. Это просто на халяву. На халяву давайте продадим наши спины. Может, что путное выпадет. Хотя уже даже не верю в это. 100% в следующем уровне. Это хорошо. 1000, наконец-то! Да, мы купим броняку какую-нибудь. Ой, еще и 100, сотка, отлично. Нормально. Прокачались хорошо. Что, идем дальше. Какие у нас тут улучшения? У нас 2167. И мы можем взять бомбочки. Давайте возьмем бомбочки. Есть, ребята. Купили бомбу. Новую. Ну что, следующий уровень. Так. Что, ребята, у нас какой-то босс, да? Смотрите. Это босс, наверное. Битва с боссом. Ну, давайте попробуем. Что ж там будет-то такое? Вот он, босс комбайн. Точно, ребята. Я уже его вижу. Так, мы взяли жизнь. У нас... Скорее нет. Смотрите, комбайн, босс комбайн. Ну что? Битва с боссом. Давай, иди сюда, боссик. Вот он, комбайн, ребята. Что делать? Уезжать от него? Его надо сбивать там. На, я скинул какую-то бомбочку, не знаю, там сколько она. Ай! Комбайн, отвали от меня! На тебе еще бомбочку, комбайн. И еще одну. Я бомбочку на него кинул. На, еще одну, есть. У него вообще мало жизни, ребята. Есть, мы сделали комбайна. Фу. Круто, фу, и жизняк тут нам дали. Хотя у нас и так их навалом. Отстаньте, промазал бомбочкой, жалко. Классно, мы прошли босса. Босс комбайн. Ну что, обязательно надо вот этот уровень до конца пройти. Есть. Нам 100% этой жизни очень помогло, ребята, очень. Метеоритный дождь вызвали. Добираемся сюда, добираемся. Собираем подарочки. Потому что они нам могут принести 1000. 1000 рубинчиков. А это, как вы знаете, неплохие средства для прокачки нашего битрика. Все, отстаньте от меня. Есть, ребята, мы доехали. И прошли босса. Круто. Давайте крутанем спинфик. Может, нам опять тыщеночку да подкинет. Ну, 150 это не 50, это уже неплохо. И 750, и плюс 350, ребята, 900 уже в общей сложности. Хорошо. Что, идем в гараж? Что мы тут можем тебе прокачать за 2300? Движок. Есть. Мы прокачали, ребята, движок. И мы перешли, смотрите, на следующую главу. Туманный лес. Классно. Вот мы победили босса, да, ребята, с вами? Всю полностью прошли весь этот уровень затопленный город. Ну, кроме этой арены, арену пройдем обязательно с вами. И перешли в туманный лес. Еще у нас появилась тут, ребята, видимиссия, да, какая-то. Ну, это уже все будет в следующей серии. На этом у нас все. В следующий раз мы начнем проходить туманный лес. Посмотрим, что это за миссия. А вы пишите, ребята, в комментариях. Играете ли вы в хищные машинки? Какая часть вам лучше нравится? Хищные машинки 2, 3, может, первая. В общем, оставляйте комментарии. С вами был Никита Долагаемс. Пока-пока.